Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить Dead Space первую. Бля, игра тоже очень классная. Вот. Мы, кстати, недавно прошли с вами колду. Четвертую, Modern Warfare первую. И, блин, я не пожалел, что потратил реально столько времени на эту игру. И на эту тоже. Я не жалею, что трачу время вот на такие игры прекрасные. Блин, 2007 года что-то. Ну, это, наверное, 2007 года что-то, наверное, 2008 это даже игра. Очень реально классные, классные. Мы с вами остановились на том, что мы, это не знаю, босс чи не босс был, мы его все, ББ, короче, и у нас осталось с вами ничего, в принципе, это было сложно, конечно, но он просто, он был очень долгим, по сути дела, и все, сам босс. Поэтому, Саша, поудобнее, заварите чай, кофе, кто что любит. Приятного аппетита, кто кушает. Приятного чаепития, кто пьет. Или вообще приятного питья вам. Берите пледик. Хорошего настроения. Сегодня нету, то, наверное, появится. И приятного вам просмотра. Еще раз. А мы начинаем. Так, короче, давайте смотрим, что у нас есть с вами. У нас с вами денег ноль. Сколько турборез стоит? 8. Угу. Ладно, панали, так что? Что нам еще делать с вами? Блять, что я сделал? О, нам теперь идти обратно, так понимаю, да? Не. Нам идти с вами теперь обратно. Искать шляпу сейчас 100% будет. А смотрите, челика, кстати, нету тут, видите? Челика здесь того нету, нашего, как сказать, товарища. На каком этаж? А, он сам отправит нас, ну окей. Смотрите, прям самый низ. А это просто так, типа, чтобы для прикола сделал, ну ладно. Какая-то надпись, вы видите? Какая-то вот надпись. Девш! Так, ну что, мы с вами прибыли? Нет, плохо. Нет, нет, нет. Да, блядь, ну ты... Так, ну что, бежим? А, да, и нам сюда, да, как раз таки? Подожди-ка. А, я здесь был. А, ну все, мы здесь с вами были. Значит, обратно просто бежать. Че какая-то херня будет, я уверен, бля. А, все? А, все? Глава пройдена у нас с вами, кстати говоря. Глава пройдена. Глава 6. Опасные примеси. Завершено. Бля, ну тогда можно было в прошлой серии все это сделать, уж ты бежать. Ну ладно. Да, конечно, сохранить. Глава 7. Шаг в пустоту. А-а-а. Значит, половину игры мы с вами уже прошли. Так. Блять, не пугай так. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Да. Не знаю, сколько еще продержусь. Понятно. Задание не активно. А, да. Здесь, кстати, прям жестко. Так, мне нужен лут. Спасибо. Нам патрончики дают как раз-таки. Опа. Опа, силовой узел. Поехали, что. А, да. Здесь он, конечно, хуйня будет, я уверен, блядь. Почему-то. Хотя здесь столько лута. Нас к чему-то готовят. Верстак, он, кстати, есть.
Аптека, вот это хорошо. Плазменная энергия. Так, подожди, дай-ка просто пробежимся здесь. С тобой. Сохраним сейчас чуть позже. Чё тут? Опа! Опа, сюда, блядь. Ну, лут нам не просто так много дают. Чего, где? Да, такая музыка еще, как будто, блядь. Как будто кто-то уже прибежал, блядь, знаете. А, да. Охуенно, охуенно. Штука. А, ну здесь ладно. Так, ну погнали, что-нибудь прокачаем. Давайте костюм с вами прокачаем, почему бы нет. Здесь точно ничего больше нету, блядь. Такого. А то я, блядь, знаю вот это, знаете, вот это вот. Прятать нахуй, мания. Разработчиков. Так, всякие прикольчики. Так, давайте-ка мы прокачаем. Что прокачаем с вами? Резак? Или все же... Давайте X прокачаем. Что-то мы давно его с вами не качали. А, да. Да. Так, сохранимся. Так, и шо? Ну погнали, чё? Получается, блядь. Блядь, бать, что ты здесь... Вообще лифт тут жесткий, блядь. Бать, ты кто нахуй? Бля, мужик, ты чё, блядь? Рудная платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Угу. Куда нам нужно-то? Переработка, так понимаю, да? Ебать, их тут двое! Охуенно, блядь. Пошел ты нахуй. И ты тоже иди нахуй. Бля, мужики, у вас тут слишком дохуя. Вы не, блядь, не думали так об этом? Блядь, это пизда, ребятки, это пизда. Бежим нахуй туда. Пизда, блядь. Так, как там? Блять, не то нажал. Конечно, не могут найти на маяк, да, значит? А красная точка это что, блять, означает? Так, как я тогда делал, ребят, с вами, помните? Как мы тогда с вами делали? О! Это наш единственный шанс выбраться живыми. Не то. Говорит Темпл, я нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Короче, понятно, они не смогли найти маяк, окей. Рудная платформа почему-то недоступна. Понятно. А, вы еще все зажали, блядь? А, ну понятно, блядь. Охуенно, вот это, блядь, вот это начало, блядь, охуенно. Вот это начало прям пиздатое. Подожди, куда нам? Нам туда, да? Ну, двери, ясно.
Сука, бля, я ж тебе... А, ну понял это. Да вы, блядь, смеетесь нахуй, там, или да, блядь? Да, блядь, вы смеетесь надо мной? Разработчики, вы чего? Совсем, что ли, борзели, блядь? Тут три подряд, ёпты. А что будет дальше? А, и патроны нихуя. Ну, понятно, блядь, с вами. Разработчики, блядь. Я хуею с вас, реально. И смотри, реально, вот смотри, ничего вообще нет, прикинь. Не, ну ты прикинь. А, да. Ой, нахуй, короче. Погнали туда сразу, пизду их. Ебал я их рот, короче говоря. А, пизда-то, погнали отсюда. Давай, давай, блядь, спрятайся, нахуй. Там где-нибудь тучи, да, высочи? А, ты, сука, я так и знал, блядь. Пиздец, блядь. Да ну ты смеешься, что ли, дядя, блядь. Так, нахуй, блядь, сразу. Это пиздос, ребятки, я вам так скажу. Давай, блядь. Ну это пизда. Все, падриков ноль, блядь. Давай, блядь, иди сюда. Пиздец, они капец. Бля, я в ахуе, ребята. Ты прикинь? Вот ты прикинь, что тут происходит? Они здесь, да, были? Ну да. А здесь что-нибудь есть? Сохранялка здесь есть, кстати говоря. И лут. Сука, не то не ты даешь мне, блядь. Ну ладно, в любом случае, спасибо. А здесь? Здесь даже ничего, прикиньте. Ай, вахуя. Как мне сейчас нулевым этим идти, блядь, багажом? Просто дали патроны и сразу такие, э, пошел ты нахуй, дядя, блядь. Кто там, блядь? А, да? Бля, ну я бы честно, знаете, что здесь сделал? Я бы забегал назад. Нахуй, погнали назад. Погнали сами назад. Там магаз был просто. Ну это вообще, блядь, невозможно просто будет все. Да уж, я в шоке. У нас хотя бы с вами сколько сейчас денег? Ну, 3000 пойдет. Аптеку одну закупим сейчас с вами. Хотя просто патрики купить.
хотя бы вот на это, блядь. Здесь есть магаз? Здесь же был, нет? Или мне кажется уже? Да, вон. Так, короче, смотрите, что еще делаем с вами сейчас. Думаю, так будет правильно, ребят. Мне кажется, так будет правильно намного. Все по-другому, блядь, никак. Музыка, да, есть такая прям. Где? А он сейчас, что ли? Ну ладно. Подожди-ка, блядь. Не, все нормально. Ну давай, где ты, блядь, там, алё? Дядя, блядь. Чё, нахуй? Я тебе не верю, блядь. Ну ладно. Так. Текстовое сообщение. Проблемы в отсеке переработки. Журнал рудной платформы ГКРУС QMET. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Сбой системы гравитации привел к тому, что один из астероидов, который мы подтягивали, вырвался из силового луча и столкнулся со стеной. Два человека погибло, а астероид разлетелся на мелкие куски, которые сейчас летают по всему отсеку. Пока мы не уберем эти осколки, гравитацию включить не удастся, а значит, нам не добраться до главного ключа. Нам бы не помешала тут помощь техников. Понятно. Вырвался силового луча. Бля, мужики, ну ебаный, блядь, ваш рот. Как так-то, нахуй? Пиздец. А, вот микропатронники. Блядь. Магаз, как раз, тут есть сразу. Сколько у меня? 1350. Еще купим. Нахуй, патронов мало не бывает, знаете, я вот это запомнил в нашей игре. В нашей игре, что в этой игре запомнил, что, блин, патронов мало не бывает. Так, ну шо, загул. Так, я бы, конечно, сохранился бы еще. Та-та-та-та-та-та. Так, ну что, плазгол. Вот, кстати, этот астероид. Один из. Нам туда, да? Опа! Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Какие, блядь? Вот эти?
аномалия уничтожена. Три осталось. Сука, где? До свидания, нахуй. Где они, блядь? А, это ты, блядь? Бля, идите нахуй, ребятки. Ну, блядь, ну мне с вами еще ебашиться не очень хотелось, знаете? Где ты еще? Еще маленькая хуйня вот эта, блядь. Ну, деньги мои. Бежим от них пока что, ребят. Ну, нам, типа, реально, мне пока не очень хочется с ними хуяриться. Пизда. Бежим пока что. Вот, дверь как раз. Что это? Ебись, нахуй. Так, нет, это мы оттуда пришли. Да, пизда-то дай так прыгать вообще. Так, куда нам? Ну, наверное, он туда. Лучше бы. Чего остановите, блядь? Нам туда. А вот еще один я вижу. Иди сюда, блядь. Раз, нахуй. Все, блядь, до свидания, ебать. А, ты бежишь, ну давай. Суки, смотри, что сделали. До свидания. Ебать, тут какой-то... Ебать, ты чел. Бля, въебнутые ребята. Не пизда. Да. Блять, разработчики вас совсем что ли одурели или что? Или вы въебнутые, блять, или да нахуй? Это пиздец, блять, честно. Полный пиздец. Ну это, блять, что мне тут делать с ними? Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Где еще? Аномалия уничтожена. Блядь, туда давай. Для них просто надо хуй забивать и все. До свидания, ёбана. Бля, тут маленькие твари тут еще. Просто в ахуе. Аномалия уничтожена. Один остался, где он? Беги просто, блядь. Ой, блядь, чего нахуй? Меня задели? Какого хуя, как? Ебать, вы смотри, сколько их тут вообще. Разработчики, вы чего, блядь? У меня что, бесконечной жизни, блядь? Я бессмертен в этой игре или что, блядь, по-вашему? Я ебал рот того, нахуй. Как мне, блядь, терпеть быть? Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. Где, блядь? В жопу долблюсь или как?
восстановлением гравитации необходима очистка. Закрепленные, где, блин? А, вон еще они, я вижу все. Я тупанул слегка, извиняюсь. Бля! А как мне быть тогда здесь? Вы что, ебанули, что ли, совсем нахуй, разработчики? Единственный варик у меня есть, знаете, как с этим справиться? Только вот так вот, блядь. Прости нахуй, снайпа, но нам придется расстаться на какое-то время с тобой. Только вот так нам придется, ребят, с вами сделать, и все. Только так, ребят. Больше вообще никак. Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если бля, ты еще смеешься нахуй, бля? Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Аномалия уничтожена. Аномалия уничтожена. Ой, бля, все пизда там. Это пиздец, ребята, вы чего нахуй? Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановить. Блять, и чё, как мне чем это делать, блядь? Не могу понять, чем мне это делать. Пошел ты нахуй, блядь. Соси, потом проси, знаешь, как говорю. Как говорят, нас на родине, соси, потом проси, да? Да блять, может ты, блять, будешь это двигаться, а чешо, нет? И тебе похуй, в принципе. Так, давай-ка их заебашим чуть-чуть. Раз. Блять, с чего нахуй? Маленьких сначала бублитых надо, блять. Я не могу даже в них попасть, понимаете? Вообще, блять. Меня никакой опасности не проверяют. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Где они, спасибо. Блядь? Здорово. Эта хуйня для меня ничего не прилип. Поехали. Пали, твари. Подряжайся. Где они, блядь? Тени, закрепленные аномалии, уничтожены. Где маленькие выглядки? Вон они. Вот, не вот, вот бежит. Серьезно, блядь? Я что сейчас, блядь? Так, а ты мне ничего не хочешь дать, блядь? А, они, блядь. А вон есть что-то дали. Все? Подожди, я сначала проверю все. Да вот там какая-то хуйня есть. Блять, что это такое? Что нахуй мне это даете, блять? Алло, блять. Могу обратно пройти, да? Зона о, гравитации. Могу, прикинь, могу. А давайте-ка сейчас наебем систему, блядь, и сохранимся просто. Просто так, для прикола. Так, ну мне вот, блядь, что они тут мне дали? Вот это нахуй мне, блядь, этого нету сейчас с собой. Да, и топливо, огнемета нахуй. Так, ну у нас с вами пока
Пока хватает еще, ладно. Хотя лучше, блядь. Ну давайте, ладно, я закуплюсь этим, блядь. Вот этим, блядь. Нахуй надо. На всякий случай закуплюсь. Пошлите, сохранимся сразу. И, блядь. Да, я смогу наебать всем. И как нехуй нахуй, блядь. Изи, блядь. Реал ток, ебаный. Тоже, да, еще там будет еще жесть. Все. Мы с вами сохранились. Ну шо? Да, блядь. Так, ну, блядь, я не знаю, наебали мы систему с вами или нет, блядь, но, блядь, сейчас, если, блядь, да, если нет, то нет, если да, то да. Если мы сейчас начнем все заново, то это такое все будет, если нет, то это будет пиздато. Так, что у нас есть с вами? У нас есть 24 патрона и... Не 24, уже 21. Изи. Зона невесомости. Так. Вот, смотри, там какой-то ящичек еще он есть. Погнали как к нему. Давай, давай, я заберу. О, забрал. Так, тут этот хуй мне ничего не хочет дать. Например, не знаю, там. Тут что-нибудь, нет? Нет. Все, больше тут нет никаких прикольчиков, там подобное. Да, может патроны пойти купить все-таки. У нас потому что, смотрите, две аптеки нам нахуй не надо. Не нуда. А патрончики нам очень нужны. Бля, ты сейчас смеешься? Но... Да ебаный твой рот. Что-то я делаю, блядь. Не так. Поехали. Зона гравитации. Бля, что мне делать? Ёбаный рот. Может, давайте маленькую птичку вам продадим? Похуй. Лучше патроны, да? Правильно. Лучше патроны все-таки иметь, чем что-то другое. Патронов вообще не хватает здесь максимально. А, у меня все нормально? У Патрика тут нормально. Зона невесомости. Что мы забрали с вами? Еще Патрики. Ух, спасибо. Все, тогда башен сразу. За патроны, конечно, спасибо за подкоп патроны, блядь. Ну, блядь, лучше бы. Лучше, конечно, аптека, блядь. Гравитация восстановлена. Доступ в комнату контроля разрешен. Поехали. А, ему похуй. Много времени трачу. Убил. Кредиты. Блять, серьезно? Погнали. Сука. Ну это пизда, ребята. Я ебу, как? Как, блядь? Пиздец просто полнейший.
зона невесомости. Поехали. Сначала продадим сейчас маленькую аптечку. Зона гравитации. Можешь еще одну продать. Хотя сколько у меня сейчас денег? 150. Не хватит. Да, не хватит. Просто 50 этих не хватит. Долларов или сколько там монет. Ну что, поехали, попробуем, блять. Зона невесомости. Изряжай быстрее, ёбаный. Патрон потратил никуда. Сзади еще там один, да, я так понимаю. Пробегаем, блядь, пробегаем. Не сможем, пробежали. Это было вот на этот момент я все-таки оставил. Хорошо, что оставил. На топе да лучше, блядь. О, нихуя, ты понял? Патрон нету, все. Бля, там еще двое таких, прикинь, идет. Еще двое таких идет. Пиздец. Погнали, пробежимся еще. Погнали, пробежимся чисто. Кружочек. Они идут. А, и пузатики обратно идет. Охуенно. Давай попробуем, да, посмотрим, я смогу сохраниться или нет, чешу. Пожалуйста. Могу. Блять, сейчас если. Пиздец. Ты прикинь. Бля, прикинь, это ловушка просто сейчас жесткая. Убегаем нахуй оттуда, пизду, блядь. А, да, они сейчас сюда же, блядь, захуярят, да? Да, они сейчас сюда поднимутся, ребят. Так, нахуй, что у меня есть? У меня ничего нет вообще, блядь. В принципе. Ни патрон, ничего. Я знаю, как поступить, правильно. Это же, блядь, для гениев сделано, правильно. Поехали быстренько. Они ушли, если что, ребят. Надеюсь, блядь, что ушли. Смотрите, что можно сделать. Это же для гениев, нахуй, сделано, смотрите. Ну, как для гениев, просто сделано так, смотрите. Нам не хватает денег, да? Мы можем что сделать? Мы можем продать это, да, и купить за ноль его. Поняли? Бля, так могу постоянно делать? Нет, не могу. Ой, блядь, давай, это купим. Максимально просто. Все, погнали.
Поехали. Что у нас Патриков с вами? 24 в запасе, если что. Бля, это жестко, максимально жестко. Главное сейчас не проебать. Да, ну отсюда же упадет он, да? Да, сука, он отсюда еще упадет, прикинь. Бог, ну или сюда тогда. Где? Беги нахуй, беги, 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 мужик. Перезаряжайся, ёбана. Еще один где? А он нихуя не дал. Ну и пидор, блять. Там еще, там их двое было же, да? Сука, я насторожен, блять. Бля, ребят, в эту игру по-другому нельзя, реально. Сука, я тебя слышал, блядь. Вы же тоже его слышали, да? Да ну нет, блядь. Я его слышал уже, блядь. Да ну нет, блядь, чё, смеетесь? А как мне туда тебе проходить? Всё... Чё за бред? А как мне туда тебе пройти, если там все закрыто? Я баганул игру, что ли? Все? Бля, я баганул игру. Прикинь. Ты прикинь, я баганул игру. Ты прикинь. Да? Блядь, я баганул игру, прикинь. Блядь, я баганул игру, ребят. А вон чё чел упал. Ты прикинь, я баганул игру нахуй. И чё мне делать? Бля, ты прикинь. Все, я баганул игру, я не. А, да? А, да? Бля, ребят, ну. Ну за это лайк, да? 100%, блядь. За это. Блядь. Ребят, за это лайк 100% нахуй. Пиздец какой-то. Ты прикинь? Ну не, ну ты прикинь? Нахуя в шоке, блядь. Ну ладно, игра. Хорошо. Просто баганул игру и этим же и другим багом просто исправил уже все. Охуеть. Клатч. Это ключ, Айзек. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывоза обелиска с планеты. Нормально. Силовой. Че, рискнем, ребят? Я думаю, давайте сначала сохранимся где-нибудь. Пошли, сохранимся. Там 100% есть день сохранялочка. Я, блин, просто надеюсь. Сука.
Понял. Дайте здесь не сохранялка, пожалуйста, дайте сохранить. По-братски, дайте сохранить по-братски, блять, прошу. Да и сохранюсь-то, блять, игра. Да я просто обратно не хочу по таким же путям бежать. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Спасибо. О, есть сохранялка, все. Фух, блять. Теперь бежим обратно. Блять, ты что было, слышали? Там пиздец. А здесь хуй да получится. А нет, все получается. Ай, бля, пиздец. Ну чё сказать, чё, ребят, сделать? Игра, блядь, 2007 года. Чё, блядь, хотели? Yeah. А, ну здесь вообще что ли нихуя? А, смотри-ка здесь, чё лежит-то, блядь. Ты смотри, блядь, чё тут лежит. Здесь лут так нормально так лежит-то, блядь. Нихуя. Просто в шоке, блядь. Это будет правильно просто все. Вот винтовочка вернулась, моя хорошенькая. Дерзанно их прокачивать, это пиздец. Че понял, почему они так столько стоят, потому что прокачивание, да? Я в ахуе, блять, честно. Но как по-другому, баг на баге, че? Вот на, вот наши первые с вами баги, а нет, не первые, ну такие прям жесткие. Блять, что, почему здесь эта хуйня валяется-то? Селяви, нам пора прощаться. Ля-ля-ля. Так, банально сначала, бля, может по прямой там пройти? Давайте попробуем по прямой пройти, если что. Просто так для прикола, блядь. А, здесь то же самое, что ли? Чего нахуй? А, чё? А. Что, блядь? Мы вернулись, ребят. Охуеть. Просто вернулись. Все на обратно идти только. Ой, иди нахуй, блядь. Отъебись от меня. До свидания, блядь. Блядь, не пустой. Так, понятно, где служба, да, мне? До свидания, блядь. Выскочила она, блядь. А, охуенно. Ты прикинь, смотри.
Нормас, да? Еще один баг, блядь, словили. Я в ахуе, блядь. Что могу сказать? Нам сюда же, да? Да, нам сюда с вами. Там какие-то твари были, ребятки. Ну, вон они. Ну ты тварь, блядь. Он их хуярит, что ли, блядь? Как он долбится там, блядь? Ух ты, блядь, посмотри, блядь. Блядь. Это прикольно их наебывать, честно. Ну, давай, иди сюда, ёбаный. Всё, блядь. Ебёшь ты меня, блядь. Пиздец, блядь. Я в ахуе с вас, ребята, блядь. Там кто-то шкать хуйня, да? О. Я надеюсь, это все, блядь. Доктор Кейн, что, черт возьми, вы? Подойдешь еще на шаг, и я пристрелю его. Отдай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот, это переработка. С какого хрена у меня должны быть коды? Не ври мне. Мне уже надоела ваша ложь. Сейчас для меня главное забрать обелиск. Отдай мне коды. У меня нет их. Вы также и капитана уделали. Давайте стреляйте, если хватит духу. Идиоты, это единственный способ все остановить. Прекратить все это. Он совсем рехнулся. Вызовите охрану. Жесть, что они там, что у них там творилось, это жесть. Сохранялка. Сохранялка. Сразу так сохраняться. Там. Я ж правильно сделал, да? Блядь, ну я уверен, что какая-то еще хуйня будет. Ну куда? Давайте, блядь. Я так и думал, блядь. Где еще? А вон еще.
Больше нет нигде. Вот еще. То есть лут лежит. А, да? Один патрон остался, ребят. Один. Один. Патрон остался один. Ну, может, откроешь? Азик, это действительно ты. Кажется, прошло столько времени. Мать, я тебя сейчас ёбну, блядь. Ну, я помогу тебе. Отъебись. Пошла нахуй. Не-не-не-не-не-не-не. 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 Спасибо, но я как-нибудь сам. Опа. Тема. Не-не-не, спасибо, блядь. Давай-ка это иди сама, блядь. Блядь. Они тут все ёбнуты на голову, мне интересно, блядь. Блядь, там лут лежит. Как то попасть? Там лут лежит. А, значит, наверное, там как-то попадем. Маяк, что ты ищешь здесь, рядом на складе? Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. Да ну, я не верю, что ты просто так хочешь мне помочь. Ладно, смотри, такая же, как мы, блядь, нихуя, смотрите. Я его слышу. Патрон больше нету, мать. Может, ты быстрее будешь делать? Блять, у меня патрон вообще нету, ребят. Ух, блять! Здорово, нахуй. Тварь такая. Дай мне патроны, блядь. Дай сюда. Дай, дай сюда мне вот эту штуку, блядь. Блядь. Мать, ты можешь быстрее, пожалуйста? У меня все, больше нет ничего такого. Блядь, да я ебу то. Подожди, я там. Давай, тварь, нахуй. Чекови стой. Блядь, еще. Это вы, блядь, смеетесь или да, нахуй? Нику любит. Ребят, короче, давайте так, я предлагаю, знаете, что сделать. Давайте мы с вами в следующей серии и будем мне помогать, потому что я, у меня уже нервы на пределе. Вот. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик, это обязательно, чтобы узнавать первые видео, в принципе, вышедших, да. Вот. В принципе, все. Комментарии по желанию, в принципе, вот. Спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующей серии, давайте.